Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня покупки с магазина Fix Price. Думаю, что это вы ждали долгожданный обзор, так как много подписчиков, которые именно любят обзоры Fix Price. Как всегда, буду показывать покупки по 99 рублей, и перед вами уже стоит зеркало настольное двустороннее. Эта покупка не для меня, попросила меня моя родная сестра, и я ей купила. Так как она, когда ходила, таких не было. Зеркало зеленого цвета. Вам, наверное, видно. Открывать я не буду, а покажу свое зеркало. Вот такое вот зеркало. Это я украсила сама, так как я очень люблю блестящие стразы разные. Поэтому, чтобы на столике не было скучно, решила украсить зеркалом. Также украсила и вот так вот стразами. Вот такое вот зеркало. Я вам уже это показывала. Вот такое вот зеркало настольное. Удобное. Много слышала отзывов о том, что это... А так себе такая пластмасса, но что вы хотите за 99 рублей? Я рада такой покупке, я им пользуюсь, поэтому кому без разницы какого качества за 99 рублей, рекомендую, советую присмотреться. Так, такая вот покупочка первая. Почему-то она у меня не стоит. Далее, вторая моя покупка. Это вот такой вот органайзер. Так, я бумажку оторвала. Органайзер для косметики и аксессуаров. Купила я две штуки. Посмотрю, может, кому-нибудь в подарок отправлю. Кому-нибудь подарю или будет разыгрываться в конкурсе. Я посмотрю на выбор. И органайзер, который я купила для себя. Я очень хотела, люблю я такие вещи. Видела у девчонок давно в обзорах. Так, минуточку. Где открывается? Так. Вот так открывается. Видите, зеркало. Вот такая вот коробка, которая раздвигается. Для украшений принимает вот такую вот форму лестницы. Надеюсь, вам также все видно. Такая глянцевая, приятная на ощупь. Здесь. И также все. Убирается. Здесь вот такая вот веревка, шнур, чтобы поддерживать. Хорошее зеркало небольшое. Еще раз вот так покажу. Поближе качество. Интересно все сделано. Я как увидела у девчонок, я сразу, я хочу такую. Вот такая вот квадратная штучка, удобная. Купила две штуки. Далее. Далее товары за 55 рублей. За 99 я все показала. И по 77. Так, минуточку. У меня есть еще один товар за 77 рублей. Это дотсы для дизайна ногтей. Вот такой вот набор. Кисти для дизайна ногтей. Минуточку. Не открывается. Вот такие кисти, их 5 штук. В форме веера. Удобнее с ними делать разные дизайны пылью. Есть такие блески, которые называются пыль. Разные дизайны и убирать излишки.
Также можно делать вот в такой форме тоже какие-то узоры. У меня есть такая кисть от Avon. Далее, для дизайна вот такая мимишная малюсенькая кисть. У них у каждого есть вот такая вот пластмассовая крышка. Далее, вот такая кисть тоненькая. Здесь уже dots. Камера, как всегда, не фокусирует у меня. И вот такая вот кисть. Эту кисть я купила для гель-лака. Попробую. Вот такие вот кисти, всего за 77 рублей. Вот, как я говорила, для нанесения блесток, рисунка, точек. Вот такой вот набор. Тоже присмотритесь, 77 рублей всего. Так, далее пойдут покупки по 55. Сегодня у меня, наверное, будет фикс-прайс в двух частях, потому что я сама не очень люблю длинные обзоры смотреть. Лучше покороче, минут 15. И покажу вторую часть. По 55 рублей купила я вот такие вот миски. Такие вот миски. Состав керамика и эмаль. В прошлый раз я показывала, купили мы вот такую пластмассовую, которая соединена и неудобно. Приходится, когда выливаешь одно что-то, приходится выливать и второе, там водичку или молоко. В общем, и решила я купить два отдельных. Одна вот такая вот. Написано синенькая. И такая вот интересная, по 55 рублей. Также мне в комментариях написали, что в пластмассовых котят нельзя кормить, поэтому вот эти вот недорогие решила прикупить вот такие. И выглядит симпатично с такими вот следы. Вот такие покупки. Далее, по 55 рублей купила батарейки. Часто беру я всегда в фикс-прайсе батарейки, потому что хоть покупаешь подороже, в киосках, в магазинах они действуют. Действие у них такое же, как и в фикс-прайсе. Нравится. 55 рублей. Так, далее. По 55 рублей купила набор резинок. Постоянно покупаем такие резинки. Нравится. Здесь черный, красный, белый, коричневый и голубой. 55 рублей. Далее еще два товара по 55 рублей. Решила я обновить расчески для волос. Первая расческа вот такая вот. Удобная. Пора менять расчески. Также были с зеркалом. Ну, для дома, мне кажется, с зеркалом необходимости нету. Вот такая вот розовенькая. И еще одна такая же. У них здесь вот ручки одинаковые. Специально подбирала. Там есть разноцветные. Это такая расческа. Я сушу волосы феном. Такую расческу у меня также в использовании. Пора менять. Удобные делать челки. Удобная расческа. И щетинки мне нравятся. Вот такие вот покупочки по 55 рублей. А в магазинах такие же расчески продаются намного-намного дороже. Далее, товары по 50 рублей. Повторила я, как всегда, любимый тест с карамелью. Нравится. Много говорить не буду. Приятный вкус и хороший такой чай. С собой носить на работу мужу и себе. Далее. По 50 рублей. По 50 рублей купила мешочки, пакеты для завтраков. Биоразлагаемые. 1 литр, 200 штук. И понравился мне вот такой вот, так, оторву, рисунок в мешочках. Интересные такие небольшие пакетики. Надеюсь, они крепкие.
Далее. По 50 рублей ножницы кухонные от Kitchen. Решила поменять. Вот такие ножницы у нас уже старые. Открываю им молоко, чищу рыбу. В общем, удобные, хорошие ножницы. Конечно, фикс прайс я еще такие не покупала. Так что напишите мне в комментариях отзывы, как вам такие ножницы кухонные. У меня сейчас в использовании, которые уже пришла не в годность, более такие дорогие. Так, еще одна покупочка. Вот такие вот заколки для волос по 50 рублей. У них одинаковый принт-узор. Здесь сердечки, а здесь звездочки. У меня у самой теперь длинные волосы, поэтому я пользуюсь заколками. И, как бы сказать, такие покупки для меня теперь тоже актуальны. Также у меня у дочери длинные волосы. Вот такие вот заколки. Так. Вот они. Похоже на старинные. Вот чем мне понравилось, они выглядят как старинные украшения. Такие вот они. Также вот сердечки вот такие интересные. И вот. Тоже выглядит как старинные. Также в покупках, не знаю, показывать или не показывать, вот такая вот штука, комплект для туалета, фигурный. Тоже решила обновить все. Нормальное такое качество. У нас в супермаркете ярмарка, я видела такую же, намного дороже. Здесь 50 рублей. Вот такая вот ручка. В общем, вот такая штучка. Долго показывать его не буду. Так, далее увидела вот такие вот контейнеры, корзина хозяйственная. Одна штука стоит 10 рублей всего. Решила я оформить выдвижной один ящик для косметики. Вот такая вот мягкая пластмасса. О, все, видите? Вот тебе и на. Мягкая пластмасса. Вот оно и есть, что 10 рублей. В общем, вот. Думала, вот так буду делать в ящиках. И свои крема, в общем, вот по качеству слабые, конечно. Слабые, слабые, слабые. Далее еще покупочка. Еще покупочка. По 50 рублей пакет для мусора с завязками. Вот такие нравятся. В настоящее время тоже пользуемся. Здесь 60 литров и 15 штук. Сама синяя. Здесь вот такая зелененькая. Хорошие пакеты именно вот такие вот с завязками. Ну и на этом все. Первая часть. Будет продолжение. Так что всем до новых встреч.